Екатерина Трегуб, 8 лет, город Ханты-Мансийск. Мы папу не видели очень давно. С тех пор, как на улицах стало темно. Маме работать вечернюю смену. Мама ушла, поручила мне Лену. Мы с Ленкой одни остаемся в квартире. Вдруг входит военный в зеленом мундире. «Кому вы?» — я спросила майора. «Мама с работы вернется не скоро». Вдруг я смотрю, он бросается к Ленке. Поднял ее, посадил на коленки. Он меня тормошит без конца. «Что ж ты, сынок, не узнаешь отца?» Я майора обнимаю, ничего не понимаю. «Вы на папу не похожи, посмотрите, он моложе!» Вынул я портрет из шкафа. «Посмотрите, вот мой папа!» Он смеется надо мной. «Ах ты, Петька, мой родной!» Потом он как начал подкидывать Ленку. Я испугался, ударит об стенку. Мы с мамой и Ленкой теперь не одни. Папа вернулся в майские дни.